Приготовить вкусный обед или ужин очень легко и быстро поможет мой рецепт. Сегодня я подробно расскажу, как приготовить курицу с овощами быстрое, смотрите. Будет просто и очень вкусно. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте продукты. Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Картофель можно очистить от кожуры. А можно просто тщательно со щеточкой вымыть. Порежьте картофель на небольшие кусочки, чтобы он быстро приготовился в духовке. Распределите его по огнеупорной форме. Между картофелем положите рубленый зубчик чеснока, для аромата. Добавьте соль, перец черный молотый, полейте растительным маслом и отправьте картофель в духовку на 10 минут. Температура – 200 градусов под верхней гриль. Разберите цветную капусту на соцветия, грубые части стебля срежьте. Опустите ее в кипяток и проварите 3 минуты. Слейте жидкость. Воду для варки капусты лучше посолить по вкусу. Готовим кляр для филе. Яйцо соедините с солью, перцем, рубленной петрушкой и зубчиком чеснока. Вилочкой взболтайте. Мелко натертый сыр соедините с панировочными сухарями, перемешайте. Панировка для мяса готова. Куриное филе окуните сначала в кляр. Для более пикантного кляра можно добавить столовую ложку лимонного сока. Вкус будет интереснее. Далее панируйте филе в сыре с сухарями. Лопаткой сдвиньте полуготовый картофель, рядом поместите цветную капусту и куриное филе. Цветную капусту можно полить растительным маслом и посыпать остатками панировочных сухарей с сыром. Поместите форму в духовку на 15 минут. Температура 200 градусов, верхний гриль включен. Курица с овощами готова. Очень быстро, сочно и вкусно, пробуйте. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!